чисто, красиво и удобно. Но самое главное, нет очередей возле окон регистратуры. Этого удалось достичь благодаря внедрению электронной очереди. Каждому посетителю выдается талон с номером. Далее на мягком диване он ожидает, когда его вызовут. Таким образом, после большой реконструкции изменилась не только форма, но и содержание. Время ожидания сократилось в разы благодаря оптимизации работы специалистов. Теперь медрегистраторы не отвечают на телефонные звонки. Для этого есть специальный колл-центр. Не отвлекаются они и на другие задачи. Медрегистратор, который непосредственно записывает к врачу, она уже не встает и не идет искать карточку. А карточку ищет отдельный человек. Это тоже своего рода большое удобство и наше достижение. Создана новая система доноса карточек в кабинеты. Теперь не сам пациент несет карточки, а выделен отдельный сотрудник, который доносит карточки в каждый кабинет, каждому врачу. Оценил работу новой регистратуры и глава города Сергей Сергеев. Он отметил, анапские медики справились с задачей на пятерку. Самое главное – и дальше прислушиваться к пожеланиям людей. Именно по просьбе жителей открыт второй процедурный кабинет, и больше не нужно подниматься на третий этаж. Все анализы теперь принимаются на первом. Выделены специальные два окна регистратуры для обслуживания маломобильных граждан. А в холле пациента встречает специалист, готовый оказать любую консультационную помощь. Анапчане высоко оценивают новшества. Многие отмечают, медицина в Анапе становится все ближе и доступней. Не ждать, не толкаться здесь. Значит, раз выход, номер вызвали, пошел, отдал, все тебе приняли, обслужили культурно. Мне нравится. Сидим, отдыхаем и ждем. А то в очереди сколько стояли. Спасибо, хорошо очень. Лучше спокойнее отдыхаем, сидим, создали условия. И быстро достаточно. Я давно не была, и меня очень даже удивило и восхитило все это. И вот что девочка стоит, все можно спросить, узнать, проконсультироваться. Очень хорошо. На этом модернизация лечебного учреждения не заканчивается. Сейчас идет ремонт доврачебного смотрового кабинета. Обновятся и кабинеты офтальмолога и лор-врача. Кроме того, косметический ремонт коснется всего первого этажа.